Дорогие коллеги, Ассоциация педиатров приветствует вас на сайте. Мы рады представить вам расписание осеннего цикла вебинаров школы профессора Ирины Николаевны Захаровой. 15.00. Курс «Детская неврология». Куратор Валерий Петрович Зыков в субботу и в воскресенье. 15.30. Курс «Неонатология». Куратор Андрей Леонидович Заплатников в субботу и воскресенье. 16.00. Курс нефрологии. Куратор Станислав Викторович Мальцев в субботу и воскресенье. И отдельный блок вебинаров, который прочитает сама Ирина Николаевна Захарова. По субботам 17.00. Курс «Профилактика в педиатрии как основа здоровья ребенка». 18.00. Курс по микробиоте. 19.00. Академия детской дерматологии. 20.00. Мультидисциплинарный цикл вебинаров «Диалоги с профессором». По воскресеньям 17.00. Школа детской гастроэнтерологии. 18.00. Школа детского питания. 19.00. Школа клинического мышления педиатра. Также в пятницу в 18.00 выходят выпуски цикла вебинаров «Клинические рекомендации» с профессором Андреем Леонидовичем Заплатниковым. Совершенствуйте свои знания на нашем образовательном портале. Учиться с нами легко и просто. Регистрация доступна на сайте www.edu-pediatrics.com. Новый цикл лекций с профессором Захаровой Ириной Николаевной. Доктор медицинских наук. Заслуженный врач России осветит проблемы диетотерапии и расскажет о роли полноценного сбалансированного питания здорового ребенка при различных заболеваниях. Присоединяйтесь к школе питания. Добрый день, дорогие коллеги! Мы приветствуем вас от лица кафедры педиатрии имени академика Спиранского. И сегодня мы с Ириной Владимировной, доцентом нашей кафедры, поговорим, как влияет материнская депрессия на здоровье ребенка. Уважаемые коллеги, ну вот интересная свежая публикация, где связывают послеродовую депрессию, да, либо с функциональными срыгиваниями, либо с младенческими коликами, либо с запорами. И понятно, что все эти проблемы на грудном вскармливании. Но если говорить о функциональных нарушениях, то мы понимаем, о чем уже говорила тоже Ирина Николаевна, что колики, срыгивания, запоры, диареи имеют полное право присутствовать более чем у половины детей, иногда все вместе, не только один из симптомов. Но колики, они более яркие, они более показательны, потому что это действительно сильно раздражает родителей. Что пишут мамы? Такое впечатление, что чем больше я пытаюсь помочь ребенку, тем сильнее у нее колики. Но что я делаю не так? Почему вообще нет никакого прогресса? Опрос мам. 211 мам. Когда у ваших детей прошла эта жесть? Вот вопрос так и стоит. И оказалось, что у четверти, 28%, вообще не было таких проблем. Но я так поняла, что это мама со вторым ребенком. До 2 месяцев примерно 14%, до 3 месяцев 33%. А вот дальше посмотрите, 5 месяцев, 6 месяцев, 7-8 месяцев, либо они появляются, либо они не исчезают. Это недооцененные дети, которые требовали, конечно, обследования полного. И вполне возможно, здесь есть какие-то заболевания, в том числе и пищевая аллергия, возможно. То есть мы видели только опрос с ответами мам. Что пишет мама? Колики, не знаем, что делать. Как справляться с коликами у грудничков? Кушаем смесь, так как недоношенный. Молоком докармливаю раз в день. Его очень мало. Пытаюсь наладить лактацию. И колики, которые постоянно присутствуют в этой ситуации. И чем меньше у мамы молока, тем больше она беспокоится. То есть это хочет кормить грудью. Что такое колики? На сегодня расценивается как состояние беспокойства и крика, которое длится не менее 3 часов в день, 3 дня в течение 1 недели. Но если мы с вами посмотрим на младенческие колики, если они 2 часа 50 минут, маме от этого легче, это что, не колики? Это колики. И о чем пишет мама, когда она послушала такой крик ребенка? Единственный ужас всей ситуации у меня был, что мне пришлось экспериментировать на ребенке, пока я поняла, что ему реально помогает. Он голодный.
То есть это та ситуация, которую действительно должен оценивать врач. В клинической картине младенческих колик доминируют нарушение аппетита, боли, метеоризм, плаксивость, крик, возбудимость, нарушение сна, нарушение характера стула. И что мы видим? Мы видим вот такого несчастного ребенка, который кричит, поджимает ручки. Приступ может начинаться неожиданно на фоне полного здоровья. И уже родители, вот дети, которых страдают обычными функциональными коликами, они уже знают даже время, в которое это часто появляется. А вот такой ребенок приходит на клинический прием. И что мне сказала одна мама? Он меня не любит, он вас любит, он вам улыбается, а у меня он все время кричит. Ну, может быть, она к нему плохо относится? Я же не могу отследить дома. Ну, понятно, мама, вы же его на него смотрите, улыбаетесь. Конечно, я его хвалю всегда, конечно. Даже если он совсем маленький. У меня есть один ребенок, которого мама привела уже так постарше, ему было уже 4 года, а второму 5, а не погодки. Так вот, один такой грустный, серьезный, такой прям вот старший, вообще бука. А маленький такой хороший, он никого не боится. Он сразу подходит, он все спрашивает, он все время улыбается. И мама говорит, вы знаете, он как родился, как только подходит к нему женщина, он улыбается всегда. Такой вот мужчина. Что пишут мамы на форумах? Вот такие, такие, вот так у нас были 4 месяца ада адского. Хотелось выйти в окно, наглотаться таблеток или убежать из дома. Были срывы конкретные. Вот вам, пожалуйста, это послеродовая депрессия. Просто неоцененная, никто не понимает, что с ней делать. И мы понимаем, что основные причины, мы уже с вами перечисляли в той табличке, возможные факторы, которые влияют. Морфункциональная незрелость, как центральная нервная система, так и желудочно-кишечного тракта. Нарушение формирования кишечной микробиоты, гастроинтестинальные формы пищевой аллергии, вторичная лактазная транзиторная недостаточность и масса других причин. Ирина Владимировна, вот сюда это ведь факторы со стороны ребенка. Конечно. А мы теперь добавляем факторы со стороны матери. То есть неправильные отношения, конечно, отсутствие любви. Да, лежит как бревно. Ну, как мама говорит, у него должно быть свое пространство, и положила его в кроватку, и все, и спи. Да, Тебя покормила, спи. Да, сухо воткнул, и все. И больше никаких данных нет. Ну вот посмотрите, хотелось вернуться чуть-чуть к физиологии, чтобы было понимание, что передача боли связана с рецептивной когнитивной системой к моменту рождения. И посмотрите, нейротрансмиссоры обнаруживаются уже на 12-16 неделе гестации, комплекс кортикальных нейронов появляется к 20 неделе. Способ передачи ноцептивных импульсов с 24 недели гестации. Таламокортикальные взаимосвязи начинают развиваться с 29 недели и окончательно формируются к 37. То есть, когда ребенок рождается, у него есть путь передачи боли. Но антиноцептивная ингибирующая боль система появляется к 6 неделе жизни. Поэтому, что пишут? Вот эта работа меня удивила. Плач ребенка является одной из наиболее частых причин обращения за неотложной помощью. Но примерно 5% младенцев имеют органические причины, у остальных неорганические. А 20% родителей сообщают о проблемах с плачем у младенцев в первые 3 месяца жизни. Но смотрите, как формулируется проблема. Плач – это первый коммуникативный навык, который развивается в раннем младенчестве, взрыв чувств, которые могут быть раскрыты или переданы в виде системной активности плача. И вот плач может сообщать как о дискомфорте, печали, гневе, боли или вообще. То есть, чем он может еще? Конечно, он не может сказать, но вот эта формулировка, мне кажется, когда доктор вот так будет формулировать и объяснять это маме, мне кажется, вот тут контакт будет, да, потому что действительно, как один мой коллега сказал, говорит, а что вы хотите? Ну, плачет ваш ребенок. Вы хотите, чтобы он на скрипочке в месяц сыграл? Но это грубо, а вот тут как бы совершенно понимание того, как... Ну, это... у него один способ высказать свое. Он пока ничего не умеет. И боль, дискомфорт у него появляется раньше, чем комфорт. За каждую негативную эмоцию ребенок использует разные частоты звука плача и разную длину волны. Ну вот, что касается девочки Евы, то посмотрите, беспокойство, колики, запор, тень самостоятельного стула, беспокойство только в вечернее время, периодами в течение нескольких часов. Начало приступа, как мы уже говорили, в вечернее время. Ребенок от нормально протекавшей беременности, но был гестоз, роды путем кесарево сечения, грудное вскармливание до 2 месяцев, у матери было кровотечение и реанимация, в роддоме докорм молочной стандартной формулы, и у мамы тяжелая форма мигрени, так же, как у той мамы. И в семейном анамнезе нет аллергии. Никакой, ни по
какой линии отец здоров, на фоне очередного приступа у мамы пропало молоко. И возникает опять вопрос, а какую смесь дать такому ребенку? И, конечно, в этой ситуации мы стараемся выбрать стандартную молочную формулу, адаптированную с высоким уровнем безопасности и эффективности, которая помогает ребенку нормально развиваться. Коллеги, ну вот нам бы сегодня хотелось обратить ваше внимание, что далеко не во всех случаях надо сразу менять смеси и назначать лечебные. Поэтому если грудное вскармливание невозможно, то есть достойные как бы смеси. Или, ну что греха таить, нет желания женщины. Да? Или она в депрессии, она плохо за ним ухаживает. Поэтому и она... Видели, как она... Она радует, что у нее пропало молоко. Да, в роддом она таблетку уже взять хочет. Да. То есть уже такой страх. Ну, а мы не обсуждаем еще причины, при которых у нее здесь протезы, и она совершенно не хочет портить фигуру, осанки и так далее. Поэтому на сегодняшний день есть смесь Nutrilon Premium. Это абсолютно нового поколения смесь, в которой есть уникальный комплекс Pronutri, известные вам пребиотики ГОСы и ФОСы, которые влияют на рост собственных бактерий, поддерживают иммунитет, снижают риск развития инфекции, аллергии. Совершенно замечательный комплекс полинасыщенных жирных кислот, готовых, арахидоновые и DHA, причем DHA 0,3% от общего количества жира, что доказано огромным количеством клинических исследований. Ну и сбалансированный комплекс витаминов, минералов, который разработан с учетом потребности ребенка. Ну вот, посмотрите, еще очень интересное исследование о стрессе матери и младенческих коликах. В этом исследовании цель была оценить корреляцию между коликами у детей в первые 6 месяцев жизни и перинатальным стрессом матери. И оказалось, в исследовании участвовали 86 женщин, которые заполняли специальный опросник. Посмотрите, предыдущие 12 месяцев, послеродовый период, 3 недели, 3 месяца, 6 месяцев, 5-дневный дневник вели. И обратите внимание, что было в заключении, что оказалось, что пренатальный стресс у женщины оказывает влияние на младенцев в первые 6 месяцев их жизни. Но еще одна работа показала очень интересные данные, что уровень мелатонина в грудном молоке в зависимости от настроения женщины тоже менялся. И части женщин предлагали послушать, посмотреть юмористический фильм или послушать какую-то юмористическую программу в течение 1,5 часа в день. Вторая группа, они смотрели драматический фильм. Не ужастики, просто драматический фильм. И оказалось, что смех увеличивает уровень мелатонина в грудном молоке. Кормление... А из-за мелатонина он спит. Из-за мелатонина он спит. Но что самое... Вот, на меня произвело просто неизгладимое впечатление. Что оказалось, что кормление детей с повышенным уровнем мелатонина, содержащего молока, снижало аллергические реакции у новорожденных. Ирина Владимировна, ведь все в нашем организме основано взаимосвязано. И если человек живет в комфорте, он живет с положительными эмоциями, то это все идет на пользу, и вот вам ответ: снижает риск развития даже аллергии. Еще очень интересные работы были по поводу материнской самоэффективности, которая снижает влияние пренатального стресса на плач ребенка. И целью было определить, связан ли пренатальный стресс с проблемой поведенческой эмоциональной регуляции, плач, суета у младенцев после контроля за смешивающими факторами. И оказалось, что вот этот анализ показал, что действительно прямая связь в этом есть. Было 120 беременных женщин и их детки в возрасте 6 недель. Ожидающие матери завершили вот это интервью, и оказалось, посмотрите, что у них абсолютно четкое влияние было вот этого стресса на дальнейшее поведение ребенка в течение этих 6 недель, которые наблюдали. Еще одна работа показала взаимосвязь между психическими симптомами будущих родителей и послеродовой депрессией с младенческими коликами, многоцентровое последующее исследование. И здесь было 245 будущих матерей, 150 будущих отцов. Впервые опрошены они были во время беременности еще женщин, 22-34 недели беременности. И они все хотели кормить грудью, они хотели быть очень эффективными по отношению к ребенку. А оказалось, что у каждой четвертой матери симптомы послеродовой депрессии были выше порога Эдинбургской шкалы депрессии. Каждый пятый младенец имел колики на фоне послеродовой депрессии матери и с отцовским небезопасным стилем привязанности и психиатрическими симптомами.
Что еще? Оказалось, что после родовой, это вот к вопросу об IQ, о котором тоже уже сегодня говорилось, вот эта работа показала, что 10-15 матерей страдают после родовой депрессии, и это снижает когнитивные способности, особенно среди мальчиков, такие как язык, коэффициент интеллекта IQ и поведенческие проблемы. Еще одна работа. Здесь было почти 1271 мама здоровых месячных детей. Они заполняли всесторонние анкеты, в том числе Эдинбургскую шкалу послеродовой депрессии. И оказалось, что связь послеродовой депрессии с нарушением сна у младенцев абсолютно доказана. Недостаточная прибавка массы и роста у ребенка усугубляет вот эту послеродовую депрессию матерей. Грудное вскармливание снижает развитие послеродовой депрессии. А неудовлетворенность матерей семейными доходами ассоциируется с высокими баллами по Эдинбургской шкале депрессии. Парадоксальное воздействие кесарево сечения на риск развития послеродовой депрессии было абсолютно прямым. Но что еще интересного? Здесь были длительные безутешные приступы плача. Первые месяцы жизни очень расстраивают родители. И вот могут привести к жестокому обращению. Здесь было 111 послеродовых матерей. Они были рандомизированы, чтобы послушать 10-минутную аудиозапись детского плача или воркования непрерывно. И в начале это было желание их утешить, а потом появлялась агрессия. И по мере длительности плача эмпатия и желание утешить сменялось вот этой именно агрессией. Черта гнева у них прям вот четко шла по траектории. И тот синдром, о котором уже упоминала Ирина Николаевна, чикен-бэби-синдром, впервые в 1946 году был описан, американский рентгенолог его описал. В 1972 году он же описал аналогичные признаки у ребенка, избитого родителями ремнем. И в 1974 году ввелся вот этот термин. Синдром резко встряхнутого младенца. Сегодня симптомокомплекс, который отражает вот эту патогенетическую суть страдания, использует термин Checking Baby Syndrome. И что интересно, посмотрите, вот это очень важный момент. Триада повреждений при Checking Baby Syndrome включает внутричерепные кровоизлияния, кровотечения, отек мозга, интраорбитальные повреждения, кровоизлияния в сетчатку и зрительные нервы. То есть то, что вы визуально не видите. Его потрясли, его кинули как грушу, его отодвинули, резко он упал, и синяков мы можем еще не видеть. Причина нарушения – энергичные колебания, тряска, вот то, что Ирина Николаевна говорила, когда просто сломали шею ребенку. В ряде случаев могут повлиять повреждения со стороны шейного отдела позвоночника, цервикального канала. У детей насильственные травмы головы могут встречаться и переломы ребер. И вот посмотрите, возраст больных с развившимся синдромом встряхнутого ребенка до 2 лет, в среднем это 4,5 месяца. Когда, собственно, родители уже устали, колики должны бы проходить, а они не проходят. И, соответственно, наибольшую частоту в этих повреждений занимают отчимы, но также матери 13%, няни 17% и отцы 68%. Что интересно, что раннее участие отца в уходе за младенцем считается очень полезным. Работа 2020 года совершенно последняя. Для здоровья ребенка и матери, возможно, для психического здоровья отца. И цель исследования была, состояла в том, чтобы изучить взаимосвязь между участием отцов в воспитании детей в раннем возрасте и их депрессивными симптомами в течение первого года жизни младенца. Выборка 881 чернокожий, латиноамериканский и белый. То есть вот они были все разные, набраны в 5 местах Соединенных Штатов. Одним из факторов, причастных к феномену отцовской депрессии, является низкий уровень участия отца в воспитании детей. А заметьте, сколько у нас мам говорит. Вот родила, принесла домой, не трогай, не подходи, не надо, не делай, я сама. И в итоге отцы действительно остывают. Так вот, предыдущие исследования показали, что более активное участие отца связано с положительными результатами в семье. В частности, с меньшим количеством симптомов депрессии у матери, более высокой удовлетворенностью жизнью матери, более активное участие отца также было связано с более низкой младенческой смертностью, более надежной привязанностью отца к ребенку, меньшей вероятностью задержки умственного развития у младенцев и более высоким IQ у ребенка в возрасте 3 лет. И вот отцовская депрессия, материнская депрессия, количество времени, которое отцы тратят на общение со своими детьми в младенчестве, уменьшают поведенческие проблемы детей в детском саду. Поэтому то, что важно. И вот обратите внимание, 5-месячная девочка, они обратились с мамой, с ребенком, с жалобами на рвоту с примесью яркой крови в рвотных массах. Оказалось, что со слов мамы рвота с кровью была за 2 дня до обращения
обращение 4 раза. Отец запретил вызывать врача. Через сутки пришел врач из коммерческой клиники, которому ничего не рассказали, ребенка не раздели. При осмотре визуально все, что он увидел, не было никаких изменений, и был диагноз функциональное нарушение желудочно-кишечного тракта. В приемном отделении. Я не знаю, что рассказали доктору, понимаете, мы не можем этого сказать, учитывая папу, потому что стоял как коршун, да? Но все равно, Ирина Владимировна, рвота с кровью, 100% госпитализация. Конечно. Но, Ирина Николаевна, вот что было. При осмотре в приемном отделении, учитывая первую жалобу, ребенка схватили, даже не успев оформить полностью историю болезни, ввели только номер, тут же помчались сделать гастроскопию. В приемном отделении патологии слизистой мы не увидели на гастроскопии, однако следы гематина в желудке были. Источника кровотечения не было. А дальше мы уже в спокойном режиме понимаем, что в анализе крови у него не было выраженной анемии, не было падения гемоглобина. И мы, соответственно, уже в более спокойном режиме взяли его в отделение. И когда мы его раздели при осмотре, гематомы в области теменных костей черепа, единичные гематомы в области грудной клетки, по данной рентгенограмме перелом теменных костей черепа в затылочной кости слева, перелом 11 ребер с двух сторон. Сказала мне мама: папа так сильно любит свою девочку, что так крепко ее держал, что сломал ей ребра. Ну, а до этого в 4 месяца у него перелом бедра. Ну, Ирина Владимировна, здесь, конечно, надо сообщать. Ирина Николаевна, вы знаете, тут была странная история, потому что мы ее перевели, естественно, в отделение нейрохирургии, написали все полагающиеся бумаги, мама написала даже заявление в полицию на этого папу, но потом оказалось, что мама приехала откуда-то из глубокой деревни, жить ей в Москве негде, только здесь, папа пришел с цветами, и, в общем, на этом все закончилось. Чем закончилась дальше эта история с ребенком, я не знаю, потому что больше в мое поле зрения этот ребенок не попал. Главное, чтобы он жив остался. Ну, хотелось бы. Что касается римских критериев 4, то здесь самая важная новая дефиниция – это ось, головной мозг, желудочно-кишечный тракт, которые являются основными вот в развитии таких функциональных нарушений. Поэтому обратите внимание, связь мозга и кишки изучена давно, а сегодня наоборот. То есть кишка, да, микробиота кишки влияет на головной мозг. Поэтому все это взаимосвязано. Ну и сегодня, уважаемые коллеги, придается колоссальное значение именно такому низкоактивному воспалению в кишке у младенцев с коликом. Почему стали использовать для таких детей смеси типа комфорт, да, в которых частично гидролизованный белок? Ну а если уже это воспаление становится не низкоактивным, а выраженным, да, тогда мы меняем на гидролизат либо на аминокислоты. Поэтому дисбиотические нарушения в кишке, которые приводят микробиоту в провоспалительное состояние, на этом фоне появляется определенная выработка определенных цитокинов, снижается выработка определенных желчных кислот, низкая концентрация желчных кислот, высокая пролиферация целого ряда бактерий. То есть все это абсолютно взаимосвязано. Поэтому если мы видим светловатый стул у ребенка, на этом фоне у него активизируются дисбиотические нарушения, потому что желчь обладает эффектом подавлять рост целого ряда бактерий. Поэтому на этом фоне снижается барьерная функция слизистой, увеличивается пролиферация бактерий, увеличивается сокращение толстой кишки. Ну и так или иначе на это реагирует энтеральная нервная система. Ну и так или иначе все это может привести к коликам. В данном случае мы уже обсуждаем колики, связанные с воспалением. Поэтому новая теория низкоактивного системного низкоактивного воспаления связана именно со снижением активности целого ряда полезных микробов, увеличение целого ряда условно-патогенных и некоторых патогенов. Ну, на этом фоне нарушение ферментации лактозы, да, активизация процессов гниения, повышенное газообразование, увеличение проницаемости, что тоже модная нынче теория. Поэтому обратите внимание на эту картинку. Вы видите с левой стороны нормальная флора, нормальная красивая слизистая, сомкнутые плотные контакты, ничего все туда не попадает. Все гладенько и красивенько. А теперь посмотрите с правой стороны.
Там, где младенческие колики, вы видите, что у младенца боли, он плачет, у него повышенная продукция газов, дисбиотические нарушения. Посмотрите, возникает воспаление на уровне эпителия, рвутся плотные контакты, да, начинают попадать какие-то антигены. Ну, а дальше развивается либо выраженное воспаление, что сопровождается появлением как бы гастроинтестинальных проявлений аллергии, либо вот такое тлеет низкоактивное. Поэтому при низкоактивном воспалении, вот обратите внимание, совершенно новое положение. То есть у детей с минимальными, я специально не хочу использовать функциональные нарушения, потому что это какие-то минимальные нарушения пищеварительной дисфункции, и на сегодняшний день активно обсуждается, как это будет называться года через два, когда вдруг будут созданы новые пятые римские критерии. Потому что предыдущие, обычно это 8 лет, да, предыдущие были созданы в 2016 году. Ну, это уже скоро. Ну, как бы вот обсуждается. Да. Поэтому обратите внимание, сейчас все направлено на изучение оси мозг-микробиота кишка. Мы с вами уже очень активно стали использовать кальпротектин. Надеемся, что скоро будет подоступнее зонулины, оклюдины и так далее. Ну и, конечно, целый ряд провоспалительных цитокинов. Поэтому очень интересная работа на сегодняшний день. И мы понимаем, что у младенцев с коликами, там, где тлеет низкоактивное воспаление, появляется повышенный кальпротектин. Ну и, конечно, он гораздо выше там, где у детей есть вот как бы это воспаление. Поэтому обратите внимание, на фоне младенческих колик активизируется фактор некроза опухоли альфа, интерлейкин-1-бета, интерлейкин-6, хемокины. Да, все это идет воспаление именно в эпителии кишки. Ну вот посмотрите, то, что пишут на форумах, у малышки 3 недели, колики и запор, без трубочки не можем покакать. Утром днем все нормально, поест, поспит, как ангелочек, а вот вечер начинается светопредставление. Кричит, орет, красный, как помидор, стучит ножками, видно, что тужится, но не получается. И мы понимаем, что в механизме развития этих колик в итоге это спазм отдельных участков и расширение других участков. В итоге, учитывая вот эту физиологию, которую мы обсуждали выше, понимаем, что может возникать достаточно интенсивная боль. А вот эта девочка, ей 2 месяца, она госпитализирована в стационар с жалобой на приступы беспокойства, больше во время и после еды, нарушение сна, вздутие живота, последние 2-3 недели задержка стула. Если мы с вами посмотрим, то на первичном приеме она активная, кожные покровы чистые, влажные, выражен мраморный рисунок, стойкий красный домографин. Отмечается умеренное вздутие живота, она больше прибавила в массе, чем долженствующий ее вес. И мы с вами понимаем, что если посмотреть ее анамнез, то ребенок от второй беременности, которая протекала с тяжелым гистозом, гормональной поддержкой, срочные самостоятельные роды, и груди-то она была приложена сразу на родовом столе. Находилась в палате мать и дитя, родилась нормальными весоростовыми показателями, вакцинирована, и в течение 2 месяца грудное вскармливание. А далее у мамы сильный стресс, на фоне чего сразу пропало грудное молоко. На фоне этого стресс усилился у мамы, маму госпитализировали в стационар с нервным срывом. Просто потому, что пропало грудное молоко. Строгая бабушка взяла все в свои руки, начала кормить малыша, простите, рисовым отваром. Бабушка решила, что категорически против всех смесей, потому что будем кормить, как раньше. Да, да. В итоге нарастает беспокойство, крик, вздутие живота, участковый врач. Слава богу, не кефиром. Ну вот бабушка, да, вот она почему-то не кефир начала кормить. Участковый врач все-таки убедил бабушку, что ребенку надо давать правильные продукты по возрасту. И опять возник вопрос, какую же смесь выбрать для такого ребенка? Никого. Ну, уважаемые коллеги, здесь можно пропить гимн Nutrilon Comfort. Я люблю этот продукт. И мне очень повезло, потому что 99-й год, то есть 22-23 года назад, с покойным профессором Игорем Яковлевичем Конем мы едем в Брюссель на очень интересный саммит, в котором собираются 200 ученых со всего мира, и где докладываются первые
результаты. Тогда смесь называлась нутрилон-омнио. Она была абсолютно первая, да, которым был частично гидролизованный белок и вот как бы добавлен вот этот бета-полиметат. Поэтому... Я помню, как вы привезли эти проспекты. Я просто помню это так хорошо. Я тогда... Такой был у нас восторг, такие надежды на это. Но, в принципе, они оправдались. Ну да, поэтому уже по образу и подобию уже как бы дальше стали делать подобные продукты. Поэтому мы понимаем, что... Если говорить о роли пальмитиновой кислоты, которую поместили в бета-позицию, то прежде всего у детей меньше омыленный стол, лучше формирование микробиота, купируется вот это воспаление, увеличивается время сна, уменьшается время плача, лучше всасываются жирные кислоты, меньше омыливается стул и лучше всасывается кальций. Поэтому, соответственно, лучше пищеварение и лучшее формирование костной ткани. Ну вот нам сегодня с Ириной Владимировной в наших разных сообщениях хочется петь о том, что вот чем плотнее контакты, тем меньше проблем. Да? И вот эта картинка, которая показывает так называемый негерметичный кишечник, но это не научное название, научное это пока не назвали точно, мы говорим о повышенной проницаемости, но ведь в жизни мы с вами видим это постоянно. Перенес кишечную инфекцию, как говорится, на хвосте всего высыпало, а после этого проявилась аллергия, о которой уже забыли много лет. Поэтому сегодня, чем плотнее контакты, тем меньше всасывается, простите, всякая дрянь через вот эту поврежденную мембрану. А если зияют эти плотные контакты, то развивается то системное воспаление, о котором мы говорили, и на этом фоне повышается риск различных аутоиммунных болезней. Ну, посмотрите, то, о чем говорила Ирина Николаевна, одна из последних работ по оценке кишечного микробиоциноза, синдром повышенной кишечной проницаемости и новый взгляд на патогенез возможности профилактики известных заболеваний. И здесь мы видим, здесь, что еще очень важно, это еще и применение антибиотиков, которые часто бывают и в роддоме сразу, как профилактическая мера при различных ситуациях. Истощаются бакаловидные клетки, слизистая оболочка снижает продукцию слизистой, снижает толщина защитного слоя, транслокация даже комменсальных бактерий может проходить через эпителий толстой кишки в мезентериальные лимфоузлы, активирует клеточный иммунитет с продукцией иммуноглобулина А в отношении представителей уже нормальной флоры. И тогда возникает теория синдрома повышенной кишечной проницаемости, которая еще больше замыкает вот этот круг. То есть получается вот такой замкнутый круг. И если мы посмотрим на еще одну клиническую картину, то вот двухмесячный ребенок, периоды колик четко связаны с едой, стул 5 раз в день, небольшая зона обводнения, а ребенок от пятой беременности, роды кесарево сечение, на грудном вскармливании месяц, а затем смесь для здоровых детей. Вот для того, чтобы купировать вот это состояние, у нее не было аллергического анамнеза, но риски у нее есть. Ей ввели смесь на основе частичного гидролиза, когда не стало грудного молока, и уже улучшение через 2 недели. Вот эта линейка «Комфорт», вот так выглядит смесь, и то, что Ирина Николаевна сейчас вот так подробно говорила, мы понимаем, что иммунная система перестает так бурно реагировать на какие-то антигены. Уважаемые коллеги, но перед тем, как добавили бета-пальмитат, конечно, были экспериментальные исследования по влиянию на микробиоту, ну а в дальнейшем было огромное количество клинических исследований. Поэтому на сегодняшний день все это прекрасно изучено, доказано, что на фоне добавления бета-пальмитата увеличивается количество лакто- и бифидобактерий. Поэтому на сегодняшний день бета-пальмитат отражен в рекомендациях Европейского общества. Здесь вы видите свежая публикация под первым авторством Юрия Бронского. Он живет в Чехии. Видите, у него публикация как раз про пальмовое масло и бета-пальмитат в этих младенческих формах. Поэтому включение в смеси для младенцев жиров с повышенным содержанием бета-пальмитата имеет краткосрочное влияние на смягчение консистенции стула, да, и применение смеси с бета-пальмитиновой кислотой
принципе, это мы на клиническом своем опыте уже давно проверили и используем, очень хорошо при запорах. Что касается ГОСов и ФОСов, то песня старая, 20 с лишним лет. Все это доказано на клинических исследованиях. Да, то есть и стимуляция бифидобактерий, влияние на бактериальный пейзаж, поддержка развития кишечной среды, формирование оптимального уровня КЖК, а КЖК влияет на микробиоту сопряженных других компонентов мукозального иммунитета. Ну и в конечном итоге это приводит к снижению аллергии, кишечных, респираторных инфекций. Поэтому на сегодняшний день Нутрилон Комфорт это можно назначить ребенку, которым были диагностированы колики и запоры. Можно в сочетании с грудным молоком, если молока не хватает. А можно заменять полностью 100% рацион. Поэтому мы получаем в конечном итоге продукт с частичным гидролизом белка, с бета-пальмитатом, с ГОСами и ФОСами, со сниженной лактозой. Добавление небольшого количества крахмала, который обладает прокинетическим действием. И все это и снижает риск аэрофагии, способствует загущению смеси. Поэтому на сегодняшний день продукт любим, уже более 20 лет мы его используем. Ну и, конечно, продукт прекрасно изучен, и огромное количество публикаций последних лет, я их здесь привела, то есть и влияние на микробный пейзаж, список поминальный огромного количества исследований, и многих авторов мы принимали на своей кафедре. Заканчиваем мы с Ириной Владимировной такой интересной цитатой от молодежи. «Сегодня хотел впасть в депрессию, но вовремя вспомнил. Дети не кормлены, белье не стирано, посуда не вымыта. Какая тут депрессия?» Спасибо за внимание. И будьте здоровы. Спасибо.